Вертел, ну кую я! Вертел, ну кую я! Вертел, ну кую я! Ведь просят мужики! На кую я вертел! На кую я вертел! На кую я вертел! Ваши шашлыки! 2 хп представляет! Салам и всем, друзья! Меня зовут Иван, вы на канале 2 Hitpoint, и это игра RuneScape. Вышла она 14 октября, то бишь сегодня, когда я ее записываю. Выйдет она, скорее всего, не в этот день, но постараюсь выпустить побыстрее. Это, короче, MMORPG, или просто MMO, или просто RPG. Вообще, мы в такие игры с тобой вроде как не играем, по крайней мере, на запись. Но что-то меня заинтересовало, что-то она из себя такого прямо в описании представляла, и поэтому я решил на нее посмотреть, тем более прям как-то вовремя она попалась. Давай быстренько просто возьмем да глянем. Авось она нам понравится и станет самой любимой игрой в мире вообще. Так, это в ASD он не ходит, в ASD мы крутим камеру, странно очень ее крутим. Управление какое-то странное, придется, наверное, привыкать к нему. Так, окей, пойдем поговорим. RuneScape Guide. Это у наш учитель. Так, есть русский язык? Я извиняюсь, две секунды. Нужно сделать русский, чтобы я хотя бы что-то немножко читал. Я, конечно, могу бы переводить. Геймплей закрыт. Да, так как игра только вышла, здесь будут всякие недоступные какие-то элементы. Так, хай-хай-хай-хай-хай, это нормально. Аудио, это нормально. Global Mute не надо. Ну, языка пока, наверное, нет. Ну да, пока, наверное, рано. Да хорошо, сейчас немножечко побегаем туда. 53 пункта туториала. Серьезно, ты хочешь, чтобы я это все читал? Так, управлять-ка, это понятно. Ну давай. Давай, я так чисто поверхностно буду. Все, привет, рад тебя видеть, младший, добро пожаловать. И теперь будем разбираться мы сами. Так, мини-карту. Далее, хорошо. А, тут даже читать не надо. Нам тут, собственно говоря, система для дебилов. Система стрелочек и точечек. Иди наружу, поговори с инструктором, чтобы... С экспертом по выживанию, понял? У нас будет эксперт. Очень странное управление. Максимально странное управление. Ну, то есть, чтобы ты понимал, я в ASD кручу камеру. Чтобы ты понимал, я на левую кнопку мыши хожу, а на правую кнопку мыши у меня какое-то меню второстепенно выпадает. Хорошо, пойдем поговорим с инструктором по выживанию. А, привет, добро пожаловать, я инструктор по выживанию, Друна, и я научу тебя выживать. Вот у тебя есть, короче, скиллы. Вот тебе нужно идти туда и попробовать что-то сделать. Срубить дерево. Хорошо. Chop down 3. Давай. Давай срубим дерево. Ваш характер теперь рубит дерево. Теперь вы получили дрова. Немножечко дров, окей. Возвращаемся к конструктору по выживаниям. Говорим, какой мы молодец, и что теперь у нас есть дрова. Теперь положи их, чтобы использовать. Что? Now let's put those logs to use. Let's put. В смысле, положить на землю, чтобы использовать. И сделать огонь. Ага, огонь. Прям так класть? Да, посмотри, прям под себя кинул. Хорошо, отойди с них. Правой кнопкой мыши, наверное, examine, наверное, take logs, light. Light logs. Зажечь дрова. Слушай, это, кстати, не так уж и неудобно. У тебя что, есть какой-то шанс еще зажечь? Окей, у вас получилось зажечь огонь и experience firemaking skill. Еще мы прокачали какое-то умение. Окей, давай базарить дальше. Хорошо, теперь ты можешь приготовить еду. Если ты поранен, еда восстановит тебе здоровье. Нам нужна будет посуда. Нет, шрим, понс, кетч. Короче, нужно поймать рыбу, чтобы ее приготовить. Я понял так. Хорошо. Так, а скролл у нас, типа, уменьшает камеру, увеличивает, типа, приближает, отдаляет. А это... Вот это удобно. Вот это да. Вот это хорошо. Но все равно для MMORPG это какая-то очень странное управление. Рыбачить. Хорошо. Ой, я думал, ну, удочку достанет. Он какую-то сетку достал. Вы поймали роу шримп. А, роу сырых креветок? Точно, шримп это же креветка. Как Макдональдс, шримп роу. Был такой... Что я могу с ними сделать? Могу, типа, использовать, могу бросить, могу изучить. Изучить сырых креветок. Это, ну, камеру на ASD крутить, это, конечно, верх идиотизма. Так, а мы ходим, да? Нет, мы всегда бегаем.
А что ты хочешь, как чтобы я их приготовил? Ну-ка скажи мне, пожалуйста. Мне их кинуть просто в огонь? Давай я попробую их кинуть просто в огонь. Шмольк! Нет, я их, во-первых, кинул под себя. И это так не работает. Использовать креветки на огонь. Вот. Хера я умный. Все. Так, вы... Accidentally burned the shrimp. Я сжег креветки, я дебил. О, ты сжег креветки. Это так и надо было. Они с собаки так и задумали, чтоб я обосрался, чтоб я ошибся. Они надо мной так: о, да ты новичок, ни хрена не знаешь. Короче, не умеешь ты варить креветки. Иди-ка ты сначала еще поймай креветок, я тебя научу, как правильно их варить. Tutorial line, так, catch the shrimp on fire, get and cook on a fire. Короче, текущий квест, все-таки поймать креветок и все-таки попробовать их правильно сварить. А сгоревшие креветки... Пожалуйста, подождите, пока ваш персонаж ловит, я хожу. А сгоревшие я ничего не могу сделать, я кстати, могу съесть. Давай-ка я их сожру. Давай, жри, что ты стесняешься, не стесняйся, давай, кушай. Самый спек, самый кушай. Ну что ты не ешь-то? Лады, не хочет есть, хорошо. Туториал. Catch a shrimp, make a fire. If it's gone out. Да, он, кстати, пропал. И приготовь креветки. Вы бы мне показали, как приготовить креветки. Ладно, по крайней мере, они меня научили. Теперь, как рубить деревья. Я уже умею разводить костер. Сейчас я, собственно говоря, этим и займусь. Ага. Получили вы логи. Кладем логи. Take light. Вообще, для приготовления, наверное, нам понадобится какой-то, не знаю, чан. Fire making skill. Ага, я тебя понял. Чё на огне можно? Examine. Walk here. Нет. Я делаю то же самое. Да ладно! А, то есть был, короче, шанс. Это классно. Это прям замечательно. Хорошо, получилось у меня. Поговорите с вашим гидом. Гид, привет, я не такой тупой. У меня все-таки получилось сварить все креветки. И теперь я не умру с голода. И, собственно говоря, мне это и говорит. Окей. Открой ворота и иди, короче, туда. И что-то там приготовь. Погнали. Погнали, откроем приготовь. А кого ты мне хочешь, чтобы я тут приготовил? О, меня прям выпускают за ворота, серьезно? Блин, ну очень странное какое-то управление. Очень странная какая-то камера. Очень много чего странного. Я, наверное, могу сюда прям жмакнуть сразу. И он просто будет бежать, а я ничего не буду делать. Я буду просто смотреть и сидеть. Давай. Ну, да, конечно. Там очень много. Игра бесплатная, кстати, да. Ну, а как бы free-to-play распространяется по системе. Но какие-то стартовые наборы там продают. Ну, короче, она условно бесплатная. И это самое-самое замечательное, да. Так, привет, я шеф Лев, кстати, Лева. Я научу тебя, как готовить. Короче, мы сейчас будем все видео, наверное, просто обучаться. Ну что ж поделаешь. Я мог, конечно, его, типа, сам это все обучение пройти, пропустить, но это же самое интересное, это же, понимаешь, самый смак. Так, я, наверное, и без тебя пойму. Tutorial Island. Fill your bucket with water from this sink. А ты мне дал, да? Да, хорошо, дал. A bucket from bread and range. Чего? Get water from sink. Sink — это кран, что ли? Ой, да ладно, даже не надо было ничего доставать, просто шмакнул, и он набрал. Хорошо. Хорошо, теперь поставь... Теперь у тебя вода в ведре, ты можешь... Что-то использовать ее на расстоянии. Что, или соединить? Или что ты хочешь, чтобы я сделал? Использовать... Вы перемешали воду и флор, чтобы сделать... Bread dot... типа... А, там, наверное, мука была. Короче, я сделал тесто. Сам не знаю, как я сделал тесто, но у меня получилось. Теперь тесто нужно, типа, херакнуть сюда. Ну, зачем ты его на пол положил? Дурачок, что ли? Возьми. Использовать. Вот здесь использовать. Ну что ты, херовый из тебя повар. О, да, вот это. Эти всякие крафты и приготовляхи. Прям мне нравится. А я буду креветки свои есть, которые я вообще приготовил? После этого и чувствую, как он пахнет. И это все очень вкусно. Можно я съем креветки? Съесть креветки.
Это было очень вкусно. Ну правильно, сам приготовил свои, собственно, приготовленные креветки. Очень вкусные. Follow the passage, чтобы продолжать дальше. Пошли, хорошо. Пошли, сейчас я отдалю, чтобы посмотреть, куда мне переть. А, вот следующее здание. Я тебя понял. Так, а пробил ничего не делает. Tab тоже ничего не делает. Shift, Ctrl тоже ничего не делает. Ужасно. Просто ужасно. Ладно, погнали. Но я, кстати, практически уже половину туториала прошел. Сейчас мы, возможно, даже успеем немножечко поиграть в свободном режиме. Чтобы нас не держали в этой обучающей деревне, потому что это бесит, это напрягает. А у меня бэкпэк открыт, я его могу закрыть? Нет, или я его могу только поменять? When you leave the tutorial line, you will be able to... Чё? А, открыть карту только когда вы покинете обучающий остров. Хорошо. Это квест-лист, говорит твой. Здесь твои квесты теперь еще не начаты. И когда ты будешь, типа, их завершен, они будут отображаться другим цветом. Или, типа, это карта, на которую ты будешь отображаться ты, куда ты бежишь. Квест может очень... yourself full understanding. Это я понял, это я понял. Ты можешь найти какие-то приключения внизу дома. Приключения? Серьезно? Ну-ка пойдем в подвал за приключениями. Ух ты, ё-моё. Во! Нам что, сейчас боевку покажут или добывание руды? Ну-ка, пошли. Ну-ка, давай, немножко поближе. Ну вот, а как еще ходить? Вот, кроме как... Walk here. Ну, это вообще идиотизм, конечно. О, здорово. Talk to mining instructor. Ух, господи, сплошные инструкторы. Ну, конечно, а что я хотел? Это же город, точнее, деревня Таториала. Теперь моя... Так, привет, мое имя Дезик. Дезик. А ты используешь дезик по утрам, чтобы не вонять? А я научу тебя добывать руду, да, допустим, разберемся. А разберемся без дурачков, как добывать руду. Просто левой кнопкой жмакнул и, собственно говоря, зачем здесь туториал? По-моему, здесь все максимально интуитивно. Теперь он меня направляет на Тин Рок. Не знаю, что такое Тин Рок, но мне определенно надо вот его добывать, а не этот камень. Жбуник. You get some tin ore from the... Что такое тин? Я здесь. Все. Давай, пока добывай другую. Какую там? Ну покажи мне, ну как ты... Вот я не могу камеру подвинуть. У меня камера привязана к персонажу. Слышь, вот это максимально неудобно. Ладно, давай, сейчас я направлю его. Заодно буду смотреть, что такое тин. Я, честно говоря, не знаю, откуда. Я знаю... Ой, это какого... Че я знаю, там медь, железо, ну там много чего знаю, но вот тин, ну это я хер пойми. Ну мы сейчас посмотрим. Для этого есть, собственно говоря, словарь, чтобы узнавать новые слова. Банка, вьетнамский, что? Почему вьетнамский? Олово, да ладно, жестянка, олово, короче, олово. Я понял, верни мне секундомер, пожалуйста. Спасибо. О, как раз добыл, как раз бежим обратно к нашему инструктору. Я поближе, то я ничего не вижу. Ты показал майнинг инструктор, как ты хорош. Майнинг инструктор говорит, отличная работа. А я говорю, а ты что хотел? Я мастер по добыванию руды. А он говорит, иди теперь добывай медь. А, или плавь медь. Короче, погнали. У нас здесь есть горн. Воу. Окей. Смелтинг. Окей. Так, кликните сюда, чтобы задепозитить металлову банку. Теперь кликните сюда, чтобы выбрать бронзовый слиток. А теперь херакните сюда, чтобы начать прожектировать. Максимально просто. Вы должны депозитить слитки в металлы, чтобы что? Можно было помедленнее, я не так быстро читаю по-английски, еще медленнее перевожу. Теперь ты можешь херачить себе оружие бронзовое. Серьезно? Да, серьезно. Но как тебе сделать это, я не расскажу. Хотя ладно. Иди и скрафти себе бронзовый кинжал. А я думаю, отлично. Опять, короче, депозит металлы. Берем слитки. И смотрим, короче, бронзовый даггер. И я уже хочу посмотреть, на самом деле, на систему боя. Мне кажется, это самое интересное, как тут
происходит. Ага. Как тут происходит? Usage space, да. Типа. Ну и добывание экспы. Какая тут, собственно говоря, боевка. Ну, не знаю, хотя что, не знаю, отличается она от какой-нибудь. Наверное, отличается здесь вообще все какое-то другое. Вы закончили бронзовый даггер, хорошо. Давай уже надеваем даггер и идем валить. Там какие-то крысы были. Мне определенно надо к ним. Да, превосходно, теперь ты выучил и можешь драться. Погнали. Меня без этого, наверное, не оставят. Мне сейчас насильно заставят одеть. Во-во-во-во, первый враг. Первый враг, ты смотри. Так, Tutorial Iron, теперь Combat Instruction. Давай. А, это инструктор. Я думал, это враг, а это инструктор. Ну ладно, он мне сейчас подкинет врагов. Меня зовут... А, это я себя так назвал, да? Блин, я, короче... Ну ладно, я потом расскажу. Это очень интересная история. Так, ты мой новый, короче... Говорит, ты не сдохни. При первом же бое должен остаться в живых, чтобы хотя бы чему-то научиться. Иди, говорит, крысам одевай и иди крысам драться. Использовать... Weld, бро. Weld? Это одеть? А такой крыс. Хорошо. Но я его не одел. Одел. Все. Побежали атаковать вот эту крысу. Я надеюсь, они все на меня не сагрятся, потому что со всеми я, наверное, не справлюсь. Ну, давай смотрим. Огромная крыса. Так, по 8 бьем. 24, нифига себе, нормально. 31! Это прям какая-то обилка была. А где мои вот эти способности? Так. А лутануть? А как же лутануть крысу? Ты что, это же не совсем не MMORPG, если ничего нельзя лутануть. Почему ты бегаешь боком? Скажи мне, пожалуйста, потому что ты к цели бежишь? Теперь хорошо, защищайся, зачисти всех, короче, монстров. Пока не убьешь всех крыс, я тебя отсюда не выпущу. Спасибо. Спасибо, дядька-инструктор. А, не-не-не-не-не, он сказал немножко другое, это я неправильно перевел. Погнали наверх, хорошо. Ой, немножечко осталось, смотри, всего лишь 10 пунктов туториала осталось, сейчас нас еще научат, не знаю, там, еще шить себе трусы и наконец-таки отпустят нормальную игру. Я очень на это сильно надеюсь. Ты почему инструктор? И поговорите с Financial Advisor. Financial Advisor? Это мой банкир, адвокат, чего? Деньги очень полезные. Если у тебя есть капитал, ты можешь использовать на то, чтобы... И чтобы все. Деньги могут все. Запомни эту главную истину. Хорошо, я тебя понял. Так, банкрут, чест, банк, айтем, world map. Это все мне стало доступно хорошо. Это наше... Типа... Как это называется? Хранилище. Вот, это наше хранилище. Мы здесь будем хранить... Как деньги, так и, наверное, я сюда хочу положить свои сгоревшие креветки, почему бы нет? И не хочу с ними расставаться так рано. Но это как в Вове, наверное, банк. Вы закончили, плеер-инструктор, и теперь что-то надо закланчить. Что надо закланчить? Пойдем кланчить. У нас денег нету, мы сейчас будем немножко их кланчить. Куда ты меня опять посылаешь? Это что такое? Побежали. Чему? Чему меня еще можно научить? По-моему, я все уже выучил. По-моему, я уже... Молодец, по-моему, я уже отличник. Умею все. Это церковь? Серьезно? Plane Instructor, 2 хп. Good day, brother. My name. Привет, инструктор. Brace. Brother Brace, all about player. Это player list. Play. Список игроков. Хорошо. А че нет ни игроков? Так, activate. Это какие-то очечки, это я понял. Are your rules for now have Are the rules for how I should behave? Чего? А, это я спрашивал. Короче, запомнил, я понял. Такие вещи запоминать вообще очень легко, но я походу разберусь. Выпустите меня, пожалуйста, с этого острова, меня уже тошнит от этих туториалов, я хочу уже нормально посмотреть, нормально поиграть. О, практически. Мне кажется, это последнее здание, и после этого я уплыву на какую-то нормальную локацию, и там уже начнется настоящая игра. Сразу пойдем в какой-нибудь данж, защищать какие-нибудь, защищать крыс. О, это маг. Magic Constructor, действительно. Привет, этот, как его, новичок. Ты, Джорни, изнырили в твое, говорит, путешествие практически к концу. Меня зовут Тераво, как-то его так зовут. И крафтинг, и боевые спылы,
и телепорт, поэтому нажми H, и будет тебе счастье. Телепортируйся домой. А куда? Сюда. Хорошо. Ой, да ладно. Это что-то новенькое, я такого еще не видел. Начертил Гань круг, прочитал заклинание, и... Херакс! RuneScape! Это так игра называется. Вроде я вначале говорил, но я не уверен, поэтому я еще раз повторю. Так называется игра. RuneScape, вот вам еще. Я не знаю, что это значит. Ух, нихера тут игроков. Сегодня только релиз, что так много-то? Всем интересно, что за игра? Мне тоже интересно. Так, ну вот, собственно говоря, и 20 минут не прошло, а нас наконец-таки пустили в открытый мир. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что тут есть очень так карта с первым делом. Первым делом, это карта. Ух, ее. Так, это закрыть карту, так что это был туториал, как закрыть карту, отлично. Я здесь. Это такой город огромный, серьезно? Или, ну это не город, это, наверное, деревня. Так без 100 грамм ты не разберешься. И куда мне бежать? Так, давай смотреть в левый верхний угол. Eye of the Storm. Talk to Turiel, northwest of the... Это, кстати, город называется. Это город так назывался. Бурсхоп. Лэндстоун. Поговори с Турайль. Хорошо, давайте найдем как-нибудь Турайли, я надеюсь. Pass Objective. А, он где-то здесь рядом. Ты что ли? Вот он, Турайль, ни хрена себе. Ну, конечно, облепили его новые игроки. Так, элло, чего ты хочешь от меня? Путешествие, хочу путешествие, давай. Ты пришел в правильное место, чтобы получить путешествие. Сейчас тебя пошлю далеко и надолго, и хрен вернешься вообще. Так что держи свои булки и готовься. Хорошо, ты должен приготовить перед... Короче, иди потренируйся. Achievement complete, Storm, Dr. Alge... А, это первый квест. Нужно пойти и потренироваться на кроликах, ты серьезно? Потренироваться на кроликах, драться? Ты мне нормального противника не мог выбрать? Ну ладно, ну просто, знаете, как бы надо тренироваться на том, я просто сейчас привыкну драться с кроликами, а потом чё? А потом на меня нападет какой-то волк, а я только с кроликами умею драться. Их надо сколько-то убить? Они спавнятся, не успевают, их просто тут жарят. Так, да, над ним есть какой-то значок, соответственно, его можно найти в этой толпе, погнали. Это был первый квест. Первый квест был завершен наиуспешнейшим. Хорошо, ты очень хорошо справился с кроликами. How do you feel? Как, говорит, себя чувствуешь? Я чувствую чувство вины. Потому что, ну, как бы я убивал беззащитных, абсолютно беззащитных животных. Хорошо, я теперь готов сделать что-нибудь еще. Чего? У меня послал что-то приготовить? Возвращайся к Туарелю. Pass complete, call to adventure, your rewards, это награда. Do you want to cook meat or fish? Не хочу я готовить. I want to cook rabbit on range. Давай вот так вот. Ой, господи. Ладно. По крайней мере... Ты я? Подожди. А, нет, это просто другой игрок был. Это что такое? О, то есть всех кроликов, которых я убивал, у меня автоматически в сумку падало их мясо? Вот, я к тому, что хорошо, что кролики не пропадут, тех, которые я убил, я их, по крайней мере, скушаю. Вот, а то какой смысл убивать кроликов, а потом идти готовить рыбу? Какого хера я буду готовить рыбу, когда я кроликов убивал? Давай. Здесь, наверное, даже кроликов не надо выбирать. Вот, здесь их можно выбирать. Так, готовый кролик. Cooked. Я выбираю блюдо готовый кролик и нажимаю cook. Нужно cooking level, нужно 30 экспы, нужно 5 денег. То-то-то-то-то-то! Мы что-то прокачали, магию прокачали. Поздравляю, теперь вы... А, skill point, я тебя понял. Skill point херакнулся у меня в готовку, хорошо.
Так, не-не-не, пока не надо, пока рано. Чё теперь? Куда ты меня шлёшь? Что такое? Еще приготовить? Давай еще приготовлю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Классно, что на этот затрачивается время, но он мне показывает на самом деле на чувака. А что ты хочешь, чтобы я от него сделал? Третий левел, нихера себе, никого не убил, уже третий левел. Так, достаточно еды, теперь ты готов. Ресурсы у Смита теперь... Господи, это все еще обучение. Это все еще обучение, лады. Теперь мне нужно будет крафтить... Я же уже крафтил, я скрафтил себе кинжал. Ты видишь вот этот кинжал, которым я убивал беззащитный кролик? Вот это я сам себе из бронзы скрафтил. Представляешь себе, что ты хочешь, чтобы я тебе меч теперь сделал? Loot all. Давай. Я какой-то пепел подобрал? Зачем? Так, закрой, нет, скиллы не нужны пока. И я тоже закрой, и я тоже закрой. Окей. Купер. Опять же бронза. Ну так я бронзу добывал уже. Сколько тебе нужно бронзы, чтобы ты от меня отстал? Чтобы вы уже послали меня на нормальный квест? Чтобы кого-нибудь убить, там что-нибудь нормально лутануть. Critical swing. Критический удар по камню прошел, ты понял? Так, это что? Это процесс моего добывания, да? Хорошо. Кошак какой-то стоит. Кошак, привет. Кошак, привет. Хорошая работа, теперь hesitate to ask. Если, говорите, что-то непонятно в майнинге, в добывании руды, ты, говорит, не стесняйся и не... Забыл, hesitate, типа не этот. Hesitate, сейчас. Не колебайся. Вот, hesitate — это колебаться. Типа не знаю, вот типа я пойду налево или пойду направо. Это пока ты не знаешь, ты колебаешься. Вот это hesitate. Ну. Это мы что добываем? Это тин. Олово. То есть мы сейчас херачили, короче, бронзу. Сейчас херачим олово. Achievement dub, мастер по добыванию олова. И куда нас теперь посылают? Хорошо, что здесь вот эти есть пэсы. Пути, которые помогают тебе туда, помогают тебе сюда. Да, карта, кстати. То есть мир не открытый, мир склейки. Это где я? А, вот я лут подбирал. Да-д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 а. Теперь что? Теперь надо подойти и посмелтить это все. Ну а что ты хочешь? Так, как меня учили, давай. Депозит за материал. Это finance, you can store the minerals in bank, smell ores of bars. А, то есть не обязательно. Можно их за... Это... Ага, ага. Короче, пока... слитки. Пока делаю слитки. Один бронзовый слиток. Готово. Что теперь? У меня там, наверное, еще есть что-то. Я же олово еще добывал. Ну-ка, давай. А все, больше нет ничего. Окей. Что теперь? Mind your head. Head to smith bronze helm. Helm at forge and anvil. А, теперь нужно поговорить, чтобы он мне помог сделать себе... Шлем. Какой хочешь шлем? Я хочу вот этот. А что это? Армор 30 мили. Армор 30 мили. Левел 1, левел 1. Ну, это просто красивей. Я сделаю это. Давай. Я сейчас буду по-другому выглядеть. Я это сейчас дело отслежу. Смотри, смотри, смотри. А теперь нужно постучать. Хорошо. Давай, скуем. Вертел, ну кую я. Вертел, ну кую я. Вертел, на кую я, ведь просят мужики. На кую я вертел, на кую я вертел, на кую я вертел ваши шашлыки. Воу, это отличный материал, теперь ты можешь быть мастером... ну вот, его, короче, да. Finish, bronze, full health. Да, и его, собственно говоря, одеваем. Жбоньк! Нормально. Пэс комплитед, майнинг комплитед, все комплитед, куча наград, теперь вот меч откуда-то взялся. Или не взялся. Я хочу показать туториал новый шлем. Я хочу... Да, я покажу ему. Я ему покажу, не хочу больше ничего ковать. Хочу показать. А кому там показывать? Ты где?
Ага, погнали. Так, вот здесь еще кролики есть, которых можно тоже... По... Куда тебя так... Да... Тура... Как его зовут, я забыл? Тураэль, точно. Какое-то странное имя. Так оговоришься и оскорбишь человека. Так, хорошо, готово. Теперь ты полон амуниции. И теперь приготовься... Чё? The Combat Runescape, The Resources Called... Адреналин у меня есть, ни хрена себе. Чтобы атак, когда ты атакуешь, у тебя копится адреналин. И потом что-то медленно он заканчивается. И с адреналином, наверное, атаки будут сильнее. Spell Called Abilities. А где Abilities? Чего? Где? Адреналин Rush. Talk Tutorial. А, он меня все обучает, да? А, вот мне дали. О, базиба. Я как раз таки такую ждал. Базиба. Так, вот ваши абилки. Первая абилка, когда... Triggered ability, cooldown. Ну это cooldown, это я знаю, господи. Я в WoW 5 лет играл, что ты хочешь с меня? Action bar можно двигать, можно использовать. Могу я ее сейчас юзануть? Что ты хочешь? Drag cooked food from your backup to action bar. Зачем? Зачем мне готовые кролики на моем экшен? Давай, это часть обучения, конечно, он меня не отстанет, если я кролика не положу в свой активный инвентарь. Хорошо, хорошо. Все, just trolling. А, это он так пошутил. Defeat troll chukers. Кого? Chukers? Это кто? Кого? Кто такие chukers? Кто такие? Ой, а что потемнело так? Что случилось? Погода испортилась? Да ладно, здесь погода есть. Короче, немножечко вот так поверхностно мы посмотрели, прошли все туториалы. Если вам понравится, если вы хотите, можно продолжить еще там пару видосов записать. Посмотреть, что там дальше, потому что только-только игра началась, только она вышла. Посмотрим, как она будет оставаться на плаву или нет. Но мне, в принципе, норм. Я бы еще с удовольствием пару раз зашел, посмотрел. А вы пишите, все зависит от вас. Вот. А всегда, я, как всегда, перекладываю ответственность на других, сам на себя ничего не беру. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих видео. Счастливо!